29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Специалисты разных стран пытаются привлечь внимание общества к проблеме этого грозного и очень распространенного заболевания. Согласно оценкам врачей, около 80% преждевременных болезней сердца и инсульта можно было предотвратить. С 1990 по 2010 год количество смертей от инсульта увеличилось на 26%. По последним исследованиям, опубликованным в журнале «Lancet», к 2030 году смертность от заболевания удвоится. Это связано со старением населения и постоянными стрессами. Уже сегодня инсульт является второй по значимости причиной смерти во всем мире. Многие считают это заболевание проблемой пожилых людей, однако в последнее время инсульты все чаще фиксируются у подростков и даже детей. Специалисты не устают говорить о необходимости и действенности элементарных профилактических мероприятий, к которым относятся сбалансированное питание с сокращением рафинированных и жирных продуктов, отказ от курения и алкоголя, контроль артериального давления, посильная физическая активность. Кроме того, важную роль играют снижение уровня стрессов, правильно подобранный режим дня и питания, а также полноценный сон.